здесь 9. Уже сказали про географию много. Про себя тоже, по профессии тоже. Я хочу сказать, что мне тоже повезло. Я уже здесь многим говорю. Я 40 лет после распределения просидел на одном стуле, в одном отделе из своей рассыпной геологии, геоморфологии. Поэтому моя специальность, через всю мою жизнь прошла. Я занимался на Урале, с севера до юга, на Чукотке, на Коломне, на Дальнем Востоке, европейскую часть всю, так сказать, обошел, объехал. И не только. Ну, Монголия, Бирма, это же между прочим. И не только. Поэтому это что касается профессии. Но приходит время, когда мы уже начинаем себя оценивать. Как некоторые, как пенсионеры, и начинают наслаждаться жизнью просто так. А некоторые, как я себя вижу, в своем продолжении, не только в профессии, но и в своих детях и внуках. У меня две прекрасные внучки, которые мне приносят море положительных эмоций. Поэтому Коля тоже не обижаешь, как говорят. Известный, главное, честный, чтобы такой, внуки любили, а дети не обижали. Вот это у меня есть. Да, поэтому, а всем пожелал бы я здоровья, чтобы их так же, как и меня, внуки любили, дети не обижали, здоровье было и есть, и это самое главное в нашей жизни. Поэтому желаю вам еще раз здоровья и процветания.